В Люберцах продолжается благоустройство территорий, прилегающих к станциям МЦД-3. Новые прогулочные зоны обустраивают в районе 6 железнодорожных станций, расположенных в черте городского округа. На каком этапе работы на улице электрификации, узнаете в сюжете. Работа по благоустройству территории рядом со станцией Панки пока продолжается. Но уже на этом этапе понятно, что новая пешеходная зона станет для местных жителей излюбленным местом отдыха. К слову, они сами определили, каким должно быть новое пространство. Данный проект претерпел, если я не ошибаюсь, порядка 35-40 изменений. Даже включаем, вот если мы посмотрим на эту дорожку, она у нас в проекте должна быть прямо. Для того, чтобы сохранить, опять же, по просьбе жителей, максимальное количество зеленых насаждений, мы ее чуть-чуть сдвинули. Да, то есть, и так вот тут много таких моментов у нас было. И там передвинули, здесь чуть подвинули, да, то есть там фонарик, столб там перенести. Среди пожеланий жителей обустройство пешеходных дорожек для занятий скандинавской ходьбой, а также создание площадки для выгула собак. Чтобы услышать каждую просьбу и дать ответы на вопросы, на месте проведения работ регулярно проходят встречи с жителями. А вот около станции сейчас чего там все выковырили? Это то же самое благоустройство, такая же плитка, новая площадь. Все. Там все визуализации, картинки есть? Да. Все есть. А магазин? Там будет, магазины будут переделаны в стеклянные фасады. То есть они сохранятся, но они более приличными будут. Площадь будет выглядеть по-другому. Подходы, подъезды, везде. Тротуары, тропинки, сеть будет переложена. Благоустройство мини-парковой зоны идет по графику и даже с небольшим опережением. Уже в августе она будет доступна для прогулок. Здесь будет все необходимое для комфортного отдыха. Детская площадка, лавочки, урны, освещение и камеры подключены к системе «Безопасный регион». Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.